Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 26. Сейчас вопрос номер 2. Что называют деформацией тела? Доска на рисунке прогнулась. Изменение формы тела – это и есть деформация. Деформация – это изменение формы тела. И деформация может быть разная. Вот на рисунке с доской произошла деформация под названием изгиб. Кроме этого, бывает еще изгиб, растяжение, сжатие, сдвиг, кручение. Все это виды деформации. Рассмотрите рисунки, на которых представлены разные виды деформации. Растяжение, нить, за которую тянут санки, растягивается. Сжатие, гвоздь под молотком сжимается. Изгиб, доска прогибается. Сдвиг, слои. Тело сдвигаются друг относительно друга. Если вы хотите знать ответы и на остальные вопросы, то следите за новостями сайта онлайн ГДЗ в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube.